Всем привет, ребята, вы на канале Каренчик. Сегодня у нас будет влог. Надеюсь, я не забуду про этот влог, потому что про прошлые влоги я просто, мне было лень их монтировать. У меня было очень мало памяти, вот. И да, я их не выложила, просто удалила. Короче, я сейчас вообще никак не успеваю. Я тогда немножко, наверное, опоздать, вот. Ну, если я не успею. Но мне нужно еще накраситься. Ну, типа, я не хочу идти, как. Когда краешься, все нормально будет. Время без 20 час. Мне нужно быть уже 13:10, у меня начинается урок. Ну, мне нужно как-то успеть это время все сделать. Вот. Я не знаю, я успею, нет. Я, короче, опаздываю на 4 минуты. Ну, мне пофиг. Всем привет! Я в школе, и тут нет учителя, он ушел куда-то, я не знаю куда. Вот. Я не знаю. Пейзаж осенний. Балерина или какие? Вот, секрессия хотела сказать, а не балерина. Лока. Рюмтур школа. Рюмтур школа. Такой большой школа у меня. Идем, идем. Вот такой хороший школа. Хорошая школа? Да, вот. Снимаем. Вот такой дежурный здесь стоят. Вот так в лесу иду. Вот такой вот тут закат на свет. Вот идем. Вот. Написано, я не шарю, я читать не умею. Я мусульман. Давай, типа, это ты мне ничего не сделал. Да не так хорошо. Хорошо, я поговорю. Привет. Привет. А мы тут влог снимать какой-то, не понадобится. Это Карина, который Карен. Карен. Влог у нас. У тебя нос красивый. Мне нужно стих выучить. Чурки. Да задолбали, чурки идут за мной. Короче, вот я в туалете вышла на уроки. Хочу показать. Ну, туалет не такой уж и... Ну, вроде нормальный. Вот. Зайдет. Вот я. Ну, сейчас литература рассказывает про русских. Сейчас там про русских женщин каких-то вот. Я выучила стих. Он, в принципе, легкий. Вот, и расскажу, думаю, на четверку, потому что пятерку она мне не поставит, потому что я в прошлый раз должна была еще рассказать. Мне нравится туалет, потому что тут окно, а на втором и первом там типа тоже туалет, там нет окна. Вот, там какие-то маленькие стоят, и то. И тут освещение такое прикольное, я туда же тикток снимала, помню, в сентябре где-то или в октябре. Ребят, мы идем за школой домой. У нас 17:20, урок закончился вот. И мы идем домой. Тут закат идет такой. Ой, не идет, а вот закат закончился. Вот. Ой, нет. Ну, вы поняли. Всем привет, ребята. Мы приехали куда-то в лес. Ну, короче, я шучу, мы приехали на каток. Вон там где-то он. Мы тут сели на какой-то площадке. Короче, мы ждем девочек. Мы хотим кататься на коньках, а мы. Собирались поехать все вместе. Так получилось, что мы с Аделиной приехали раньше всех. Мы опять пришли на коньки, как и в прошлом году. Надеюсь, в этих я нормально покатаюсь. Мы пришли на каток. Вот такой вот каток. Хороший такой. Сейчас будем кататься. Ну, я не знаю, мы только что пробовали выйти на лед, и у нас не получилось. Там такие тетки отвратные работают. Да, они такие дерзкие вообще. Из-за того, что я им оставила свой телефон, они мне сначала дали маленькие пеньки, а потом дали слишком большие. Они вообще такие дерзкие, что туда. Девочки, они настолько вот так вот не делайте. Они не ставьте туда обувь. Они мне идите. Настолько большие. Идите вот, там, покупайте все, что надо.
мне нравится. Но тут мне нравится. Тут очень большое место, много места. Вот. Потому что на прошлой... Ой-ой, там, где мы катались в прошлом году, там было прям мало места и очень много людей. Да. Воу. Нога больно. Ребят, мы взяли чай с Эвелиной, и он очень горячий. Мы уже устали кататься на коньках, мы тут катаемся, ну, где-то минут 20. И, ну, это очень... Это очень трудно, потому что, ну, мы как-то... Ну, я не умею кататься на коньках, вот так себе. А для... Умеешь? Да. Сидишь, пьешь чай. Кстати, чай очень вкусный. И из-за того, что на улице холодно, а чай горячий, так прям вкусно его пить. Не знаю. Как же они пахнут? Вкусный чай, но горячий. Да, он горячий сильно. Мы когда шли, я несколько раз его пролила, мне было больно. Солнышко, смотрите, как солнышко. Солнышко. Привет. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby. I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either. You can't even fly. I notice you think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who throws it. They can't see the vision, boy. They must be out of focus. That's a real hot album. Мы здесь уже 3 часа почти, и мы очень устали. То есть девочки приехали вот ровно в 3, а мы тут были 1:30 уже катались. Мы очень устали, у меня очень замерзли ноги. Вот. Хочется чай. Мы приехали в Фиеста и кушать. Ого! Мы тут делать салатик, мы уже приехали домой, ребят. Но если вам понравился этот влог, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и вы там дальше знаете, я старалась, надеюсь, я там нормально смонтировал, так вот. В общем, всем пока, всем удачи, а мы будем кушать салатик.